Всем добрый день, с вами Пэкстон, а також здоровенькі були пані та панове. І я продолжаю делиться с вами своими мыслями и теориями по поводу фильма «Чужой Ромул». А этот фильм смог не только задать новые вопросы, но и, к счастью, ответил на кучу старых. Мы не только узнали о том, что именно лицехваты производят черный патоген инженеров, ну и, наконец, узнали, как именно чужой в короткие сроки вырастает из грудолома во взрослую особь. Ну и, как вы поняли, сегодня мы как раз и поговорим с вами о чужих из фильма «Чужой Ромул». И я постараюсь объяснить вам, почему эти чужие на самом деле уникальны. Погнали! Також, любий друже або чарівна пані, ти можеш подякувати мені за роботу над відео, поповнивши мою монобанку. Це буде ще більше мотивувати мене робити для вас нові відео частіше. Щиро дякую. I'm back. Начать стоит с того, что на самом деле абсолютно в каждом фильме чужие были уникальны. Дело в том, что этот вид чрезвычайно мутабелен. Он старается приспосабливаться к любым новым условиям. Если он рождается в замкнутом пространстве с ограниченным числом носителей, получается чужой, как в первом фильме. Если же пространство обширное и вокруг много носителей, но эти самые носители могут нести угрозу, тогда чужие будут подвержены коллективному разуму в виде альфа-особи, то есть королевы. Например, в четвертом фильме чужие имели в себе чуть больше примеси ДНК человека, чем в обычных чужих. И по книге новелизации к фильму «Чужое воскрешение» чужие даже были способны понимать надписи на стенах корабля и помнили некоторые моменты из жизни Рипли. Так вот, я веду к тому, что каждое отдельное поколение, каждая отдельная популяция чужих будет отличаться, и она будет уникальной. И чужие из фильма «Чужой Ромул» не являются исключением. Как вообще чужие появились на станции «Ренессанс»? И нет, я не имею в виду того чужого из первого фильма, которого нашли в коконе. Как появились остальные чужие, особенно учитывая то, что на протяжении фильма мы так и не увидели на станции ни одного яйца. Все дело в том, что все те лицехваты, которых мы видели в фильме, все они были искусственно синтезированы из ДНК, полученного из найденного в коконе чужого. То есть сам чужой так и не успел размножиться перед тем, как его смогли уничтожить. И поскольку лицехваты в фильме являются клонами, они даже внешне отличаются от того же лицехвата из первого фильма. И по своему более темному окрасу, они, кстати, очень сильно напоминают лицехватов из фильма «Чужой против хищника Реквием». И я уверен, что это не просто так. Я не думаю, что хищники настолько тупые, чтобы держать у себя на корабле королеву чужих, которая постоянно несет яйца. Я думаю, что те хищники из Реквиема тоже создавали лицехватов искусственно. То есть у искусственно созданных чужих лицехваты будут более темного цвета. Ну, для сравнения, в «Воскрешении» все было немного иначе, там была клонирована именно королева, и она уже несла полноценные яйца, оттого и лицехваты там были самые обычные. Ну и с этого момента я буду затрагивать не только то, чем чужие из Ромула отличаются от других чужих, но и буду показывать ранние концепты этих новых чужих. И на мое удивление, оказывается, что изначально в фильме нам планировали показывать совершенно новых чужих, которые кардинально бы отличались от всего того, что мы видели ранее. С лицехватами разобрались. Они более темного окраса, поскольку это характерно для клонированных чужих. Но что там с грудоломами? И тут все уже намного интереснее. Интересны в первую очередь ранние концепты грудоломов для фильма. Перед вами первый вариант, у которого на подбородке отчетливо виден какой-то шип. Видимо, именно с его помощью грудолом должен был более ловко пробивать себе путь наружу через тело носителя. А вот второй вариант. И на нем можно увидеть, что лобная часть морды грудолома должна была изначально быть раздвоенной на две части, но в итоге создатели фильма решили все-таки вернуться к более раннему концепту, то есть классическому. Но вот тело грудолома уже все-таки претерпело некоторых изменений в сторону большей логичности. Как мы помним, в первом фильме у грудолома не было ни рук, ни ног, то есть это был вот прям-таки полноценный червяк, который в короткие сроки должен был как-то отращивать свои конечности, по сути, из ничего. Но с одной стороны, это кажется абсолютно нелогично, но с другой, тогда, в 1979 году, это было сделано для того, чтобы мы не смогли заранее угадать, как будет выглядеть взрослая особь чужого. Возможно, в 79 году, после того, как зрители увидели грудолома, они думали, что взрослый чужой будет похож на большую змею. Но затем они были шокированы, когда увидели, что существо оказалось антропоморфным, то есть у него были руки и ноги, как у человека.
Но уже во втором фильме Джеймс Кэмерон попытался исправить эту нелогичность у грудоломов, и в фильме у них уже можно было отчетливо увидеть руки. Но в фильме «Чужой Ромул» создатели дизайна грудолома пошли еще дальше. Они решили снабдить грудолома как верхними, так и нижними конечностями, но спрятать их под тонкий полупрозрачный слой кожи. И такое изменение как раз и стало более логично объяснять, из чего грудолом отращивает себе руки и ноги. То есть конечности у него есть изначально, в рудиментарной форме. И уже их он развивает во время своего взросления. А вот дальше фильм показал нам абсолютно новую стадию развития чужих. Как оказалось, вскоре после рождения чужой строит для себя кокон, который крепится на вертикальную поверхность. И там, в сильно кислотной среде, существо созревает до взрослой особи. Причем, если кокон будет атакован, чужой, даже будучи еще не до конца развитым, способен защитить себя с помощью своего хвоста. Когда же чужой полностью созрел, кокон раскрывается как цветок, и из него медленно рождается взрослый чужой. И теперь давайте посмотрим на ранние варианты этого самого кокона. Как мы видим, изначально планировалось, что кокон будет крепиться на потолке, и внешне он мог сильно напоминать коконы вампиров из фильма «Ван Хельсинг». Затем кокон решили все-таки переместить на стену, но его дизайн стал практически полностью прозрачным, и в нем стали отсутствовать явные биомеханические элементы. Но уже с третьей попытки создатели все-таки пришли к тому облику кокона, который мы в итоге увидели в фильме. Единственное, что еще немного менялось, так это то самое место, откуда должен вылазить взрослый чужой. Ну и наконец, сам взрослый чужой. И это самое интересное. Как вы помните, в фильме нам показали практически каноничных классических чужих. Но изначально для фильма планировалось два других дизайна ксеноморфов, которые вот прям сильно отличались от стандартных чужих. И вот первый вариант. И если честно, я очень рад тому, что в фильме были все-таки не такие чужие. У этого варианта чужого отчетливо можно разглядеть большие черные глаза. И по всей видимости, создатели такого дизайна вдохновлялись первыми концептами чужого художника Ганса Гигера, еще для первого фильма. И у того чужого были точно такие же черные глаза. Правда, у этого концепта есть и другой отдельный вариант, но уже без глаз. Дыхательные трубки на спине чужого были заменены на шипы, которые были у королевы чужих во втором фильме. А нижние конечности повторяют строение ксеноморфа из игры «Чужой изоляция». Ну не знаю как вам, лично мне такой вариант чужого кажется каким-то несуразным. И я рад, что от него решили отказаться в пользу классического облика чужого. А вот второй концепт уже поинтереснее. И у второго концепта даже есть 3D-модель, которую мы можем подробно рассмотреть. Судя по задней части головы такого чужого, можно сделать вывод, что здесь авторы тоже вдохновлялись Гигером, а точнее его работой под названием «Некроном 4», из которой и был когда-то позаимствован общий дизайн чужого. Также некоторые сходства есть и с хвостом. На концепте он такой же толстый, но правда на его конце находится шип, чего не было на картине «Некроном 4». Ну в общем, концепты мы разобрали, и теперь давайте вернемся ко взрослым особям из непосредственно фильма. И самое главное, что нужно понять, это то, что когда на станцию «Ренессанс» прибыли главные герои, то на ней уже были десятки взрослых особей чужих. Но как это возможно, если ни одного яйца на корабле не было? Дело в том, что тот чужой, которого нашли в космосе, после извлечения из кокона со временем очнулся и сбежал. И к этому времени ученые уже успели создать на основе его ДНК 36 лицехватов. Так вот, судя по тому, что в сцене с ульем можно увидеть определенное количество открытых контейнеров для лицехватов, то по всей видимости, чужому удалось пару десятков из них освободить. Они напали на персонал, и так появилось около десятка или даже больше взрослых особей. О чем также говорят и тела сотрудников станции в улье чужих. Мне понравилось то, что в фильме нам показали то, что чужие могут и не напасть, если у вас есть оружие. А точнее, они нападут не сразу. А также они даже могут спасти человека от смерти, чтобы человек смог стать очередным носителем для продолжения рода. Также один из чужих в фильме был уникален. Это был тот самый чужой, которого прожарили электрошоком, когда он был еще в коконе. И по всей видимости, эта прожарка как-то повлияла на поведение чужого, поскольку он стал одиночкой. Точнее, большую часть времени он действовал один. Только в одной сцене он появился в окружении своих сородичей, что мы можем увидеть по шраму на его морде. Но вот уже в сцене в невесомости этот чужой не пошел в атаку вместе с остальными, что говорит о том, что он умнее других. Он где-то переждал расстрел своих братишек и напал на главную героиню уже в шахте лифта. И даже там, когда лифт был сброшен на множество чужих,
Он смог ловко спрятаться от падающего лифта. Но уже после он все-таки был убит вовремя подоспевшим андроидом Энди. В общем, как видите, каждый улей чужих действительно уникален, и в каждом улье есть своя особь, которая является полноценным персонажем фильма, а не просто одним из многих чужих. Ну и также ранние концепт-арты к фильму, как по мне, довольно интересны. Но я рад, что в итоге создатели все-таки решили использовать классический образ всеми нами любимых ксеноморфов. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки под этим видео. Пишите как можно больше комментариев, чтобы видео лучше продвигалось на YouTube. Також, любий друже, або чарівна пані, ти можеш подякувати мені за роботу над відео, поповнившому йому на банку. Це буде ще більше мотивувати мене робити для вас нові відео частіше. Щиро дякую. До речі, всі ті, хто переказує донати, публікуються та назавжди залишаються на стіні мого каналу, щоб усі могли побачити кращих з найкращих. І помні, якщо ти ставиш дизлайк, с вами был Пекстон и... Дякую вам усім! Слава Україні! Героям слава!